При поддержке Акима Жамбулской области состоялся творческий вечер поэта, лауреата международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», призера республиканского литературного конкурса «Алтын Тобылғы» Хамита Есамана. Глава региона Ербол Карашукеев пожелал поэту творческих успехов и отметил, что местным авторам и в дальнейшем будет оказываться поддержка. В нашей области уделяется большое внимание культуре и духовности. Такие творческие вечера тому доказательство. Многие литературные деятели – это выходцы из Жамбулской области, и среди них важное место занимает Хамит Есаман. В ходе творческого вечера состоялась презентация книги Хамита Есамана «Фэнэ Кубылыс». Стихотворения Хамита Есамана прозвучали на сцене в исполнении молодых поэтов. Хамит Есаман – это настоящий талант. Он трудолюбивый и ответственный. Желаю ему успехов в деятельности. Хамит Есаман родился 16 августа 1986 года в селе Теринозек Тыралрыскуловского района. Является автором сборника стихов «Агаштын бүрі қараша хаттары». Алтын дейек ақтамақ аруғайда есілдерді мауғанда еркелеген. Бейік таудың басында шынар үскен, сыр толғайын баяғы бұла кештен. Әулията жұртшылығына көптенгі рахмет айтамын. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает. Я приложу все творческие усилия в свой труд, как выходец из священной земли Аулиаты. Также выступил известный певец-композитор Абербек Тиналиев. Поздравления адресовали известные литераторы Улугбек Ездаулет, Нуржан Куантайулы, Галым Жайлыбай, Светкали Нуржанов, Мақсат Малик, Пернебай Дусенбин, Елен Алимжан, Ширын Мамасерикова, Маралтай Раймбекулы, Ерлан Жыныс. Ирод Абдусатарова, Валихан Талғатов, Айқын Ақпарат.